Если уж серьезно, то я называю сегодня пока еще не зарегистрированную партию, это партия коллективной безответственности. Потому что на самом деле это какой-то нонсенс. То есть все боятся. У нас либо все премьеры и президенты, либо теперь уже другая волна. Это и кухарка может быть, им управлять государством. Да? То есть вот как-то все запутано. И мне кажется, знаете, я абсолютно недавно, может быть, лет 5 назад только начал анализировать и думать, а все-таки есть ли горе от ума. Так вот тут вот есть издержки определенного характера. Это так в общем, в целом, да, если говорить. Конечно, я думаю, что что-то пошло не так. Первое, точно, что по информации в июле месяце руководителем или лидером партии должен был быть один из основателей, господин Монтян. Почему он не стал, есть разные интерпретации, не буду, как говорится, собирать слухи. Это одна история. Другая история, что почему все как-то так вот, вроде как есть место новой партии, нет места, хотят, не хотят и так далее. Но есть один очень важный момент, на который бесспорно рассчитывают, его можно говорить, он понятен и открыт. Это все партии, которые находятся вот от центра и влево, надеются на то, что что-то произойдет с социалистами, которых могут там снять, предъявить какие-то претензии, вылить кучу компромата, в том числе и с финансированием, в том числе и с кредитами лидеров этой партии и так далее и тому подобное. Вот, наверное, это все в засаде сидят и ждут, и готовятся. Вот, ну, как говорит господин Дадон, не дождетесь, да, или от это, почему? Потому что, да, вот есть как есть. Но вот я тоже соглашусь с коллегой Тайсанчем в том, что мы ожидали большего от Ткачука и все-таки думали, что это будет такой очень интересный прорывной проект. Но вот этого не увидели. Но здесь есть еще один нюанс. Знаете, как вот, когда не знаешь, как сказать конкретно, или там вот что-то вот, как говорится, пошло не так, уйди в природу, и здесь уместно говорить об энергии. Так вот, их энергия, она на старте проигрышна. Потому что они представители коммунистов, они представители партии, которая откровенно проиграла и допустила то, что произошло в 2009 году. И как бы они ни вымывались, ни отмывались, опять же, разговоров много, что они там тоже даже в том числе и участниками были всего этого процесса, так говорят. Но так или иначе, это ответственность господина Воронина и всей его команды на период 2009 года.